Всем привет, это у нас Мороженщик 3. В данном видео будем проверять два бага. Стартуем. Выбираем для начала режим нормально, чтобы на нас рот нападал. Первый баг, который я заметил сам. Смотрите, что нужно сделать. Нам нужно попасться роду на этой локации уже. Ключики, вот они. Открываем. Он, получается, сейчас будет на нас агриться. И откроет тем самым нам окно. Бам. Поближе кидаем, смотрите. Окно пока закрыто. Чуби Китс, иди ко мне. Нападаю на мороженщика. Он вообще не удивился. Все, я сник. Теперь смотрите, что будет. Получается, окно уже открыто должно быть. Пушка заряженная. Почему-то черная. Интересно. Ах ты, она здесь черным отображается. О, нет теней. Давайте его здесь как-нибудь обдурим и попробуем залезть в окно. Получится ли вообще уехать с этой локации? Иди ко мне. Ой. Ой-ой-ой-ой. Это была жесть. Тут также закрываемся. Ура. Надо успеть залезть на капот. Быстрей. Залез, в принципе. И... Ничего себе, на изи. На. Давайте посмотрим, что он будет делать. Смотрите, дверь-то закрыта. То есть что? А, он знает, как ко мне попасть, смотрите. Тут у нас находится Майк, но он пока заморожен. И у нас, получается, есть целый заряд в электропушке. Давайте попробуем уехать в гараж. Будет ли у нас теперь открыт замок? Смотрите, там он закрыт пока что. Это будет необычно. И почему здесь всегда окно закрыто? И... Открыт. Прикол, замка просто нет. И у нас остался тот самый заряд. Можно ли его тратить на мороженщика? Мы сейчас это выясним. Бам. Можно. На. Видели, он прям светился. Это какой-то новый эффект. В мороженщике 3 версии 1.04. Вот это да. Сейчас проверим данный баг на всех видах сложности. Я хочу оставить пушку на стуле. И сложить стул. Схлопнул. Сейчас будем проверять на тяжело. И потом также на экстриме. В общем, пушку забираем. И потом ее несем домой. Так, где мой ключик? Ключ уже на столешнице кухонной. Да, это очень интересный баг. Окно открывается, и мы можем в него залезть. Странно. Они не поставили специальную защиту на окно. Так, пушку сюда куда-нибудь. Иди ко мне, ничего себе, он уже здесь бегает. Так, могу подальше закинуть. Бам. А, мне же нужно попадаться сейчас. Или нет? Да. Мне нужно попадаться. Иди ко мне. Что, 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 что? Боком. Как-то боком все произошло. Фантастика, видели? Впервые такое, пушка стоит уже готовенькая. Она нас ждет. Нас ждет она нас. А вот сейчас мы от него уже бегаем. Бам. Он себя, конечно же, сейчас открыл там. Бам. Бам. Просто все двери закрыл, которые мог. И на изи надо залезть как-то быстро в окно. Все, залезли. Легко. Он себя просто откинул. Ой. А интересно, можно ли стрелять по замку отсюда? Нет. Ты должен сделать выстрел, чтобы сломать замок фургона. Теперь едем на другую локацию, на торговый центр. Может быть, здесь замок будет не сломан? Ну-ка. О, дверка открывается. А вот это прикольный баг. Дверка открывается, поняли прикол? На станцию метро. Дверка закрыта. Но почему она открывалась-то, непонятно. Игра считает, что пушка не здесь, видимо. Давайте попробуем выйти. У нас есть целый заряд. Замка таки нет. И дальний. Попал. Смотрите. Его дергает, и заряд все еще в нем мерцает. Все, погас. Ура. Теперь проверяем на экстриме то же самое. То есть сначала мы ему попадаемся, забрав пушку. И только после этого уже от него бегаем.
Ну-ка, темно ли в доме? Если смотреть издали, давайте проверим. Да-да-да, уже в углу темнеет. Вау. И где моя пушка? Ее просто пока что забрасываем в дом. Вот так. И попадаемся мороженщику. Бежим прямо на него. Нападаем прямо на него. Не заметил меня, видели? Это новый прикол. Все прям лицом в бетон. Пушка у нас уже в доме. Получается, сейчас можем ее забирать и бегать от мороженщика. Так, куда я ее закинул-то? Ничего себе. Аж к холодильнику. Его я не вижу. Иди ко мне. Все, молодец. Тут закрываемся. Я тут закрываем. Все. Сейчас главное залезть в фургон на экстриме. Вообще на изи. Ничего себе, это мега изи. Все. Ну-ка, дверка открывается здесь. На этой локации нет. Ты очень зол, да, я так понимаю. Да, конечно, я тебя не пущу. А давайте попробуем по нему здесь шмальнуть. Прямо здесь. И где ты? На. На этой локации его оставим. Я стрелял и по голове ему попал. Но окно так и открыто, это понятно. Тот же самый путь проделываем. Бам. Раз, два, три. Успел, меня прям дверь подтолкнула. Быстро пушку берем. На экстриме очень хорошо получается почему-то залезать. Видимо, от страха. Все, оставляем его здесь. Сейчас будет произведена шмаль. Пушку возьмем с собой. Поняли прикол. Ты должен сделать выстрел, чтобы сломать замок фургона. На этой локации нельзя по нему стрелять. Вау. Едем в лагерь. Вот это новиночка. Жизнь осталась одна. Полная тьма. Мы на экстриме с вами еще не проходили. Ну-ка. Вот это да. Дверь просто открывается при том, что пушка со мной. Мне кажется, это тоже баг. Где морожка из совы? Так, ну-ка, можно ли залезть? Вон, через кран можно же залезть? Надо же, тот самый заряд, который предназначался для замка, его можно потратить на мороженщика. Что очень курьезно. По кошке можно стрелять? Сразу. Видели? По нему ходили электрические заряды. После выстрела дверь закрылась. Вау. Тоже эксклюзив. Теперь будем с вами проверять второй баг. Нам понадобится режим нормальный. Нам нужно попасться крокодилу и мороженщику одновременно. Сейчас проверим. Если я поехал с пушкой в гараж, можно ли открывать эту дверь? Можно. Странно. Это, скорее всего, баг. Нужно попасться одновременно мороженщику и крокодилу. Надо как-то между ними встать. Yes, получилось. Мы видим, как он меня со стороны замораживает. Две сцены. Это как? Вот это прикол. Этот баг нашел не я. Надеюсь, я вам скрин показал того человека, который мне показывал его. Вау. И что с мороженщиком? Да, в принципе, то же самое с ним. Это прикольно. Реально баг сработал. Иди ко мне. Крокодайл. Крокодайл. О, вдвоем идут за мной. А, вот так. Понятно. Еще и сам мороженщик подвержен его атакам. Мне нужно быть первым у мороженщика. Смотрите. И... Смотрите. Сейчас пропускаем сцену. Со стороны видим. Пропускаем резко. Отбегаем. Жесть. А что такое-то? Мне засчитали как много смертей. У нас просто одна жизнь идет за две. Вау. Из-за данного бага. Давайте то же самое попробуем еще раз. Слишком рано настала данная сцена. Я не проверил, что будет, если я сцену пропущу сразу. Попал. Это был шедевральный выстрел, на. А, я по нему попал. И в гараж. Просто вихревой способ попадения в гараж. Так, дверь. Открывается там пушка. Иди ко мне. О, крокодил недалеко.
Ура. Меня лови. Пропускаем сцену срочно. Не успел пропустить. Смотрите, ничего не могу сделать вообще. Просто черная сцена. Я ту сцену должен был успеть пропустить. А, о нет, ты был схвачен, даже настолько все плохо. Вон, видите, курсор-то ездит. Игра не продолжилась. Крокодил, привет. Крокодил. Ты слепой. И сразу пропускаю, как только можно будет. Пропускай, хочешь. Есть, пропустил. О, нет, ты был схвачен. Не могу двигать камерой. Теперь могу. Вау. Был какой-то знатный глюк. Где можно выходить-то? Так иди ты уже к нему. Крокодайл. И еще раз. И меня поймал, смотрите. И мороженщик, и крокодил. Все, вообще ничего не нажимал. Будет ли какая-то конечная сцена? Слишком много раз. И при этом не начинается концовка игры. Давайте мы на этом видео закончим. Я вам показал два значительных бага, которые разработчики, скорее всего, в ближайшее время поправят. Всем спасибо за просмотр, оцените видео лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси, всем пока.